Те, кто приехал на вокзал, сразу попадают таки в лавочку. А вот и покупатели. Пришло много покупателей. Очень дешевые. Две штуки за 25. Даже не успеем взять. А стейк вообще бесценный. Для Макса возьмешь. Ну да. Один он стейк, он бесплатный. Сколько стейк стоит? Он вообще 25 центов паунд. Всего лишь. За паунд? Да. И вот а хам, смотри, тоже 31 цент, лежит, да? Да, 31 цент паунд. Все очень дешево. Как вы думаете, это 50-е годы у нас? Где мы застряли во времени? Нет, 50-е, может, 30-е. 40-50-е годы. Да, видите, хороший круг. А это кассовый аппарат у нас, да? Это даже представляете, это был 1869. Да вы что? Да, City Buffet, Opportunity, да, Сензион, Сити и Новака. Ясно, 1869, а мы придумали 50. Да вы что, в 1869 были такие цены? И посмотрите, какое великолепие. У нас еще с молоком есть, яйца. 9 центов. Очень дешевый. Так, а что такое sweet dairy? Это что такое? Это типа как йогурта. Да? Sweet dairy cream. Это типа йогурта. 6 паундов половинку стоит. Да. 6 центов. Яйца какие хорошие. Яйца крафт чиз. Это твердый сыр или какой это? Что это за крафт чиз? Крафт чиз это мягкий мазать на этот самый. На хлеб. Яйца есть. Метелочки очень дешевые. Бабы Яги будем метадин. Возьмем по метелке. Конечно. Вам упаковать или на ней полетите? Нет, мы на ней полетим. А бочка с ханы. Ханы. Еще огурчики есть. Огурчики по пятерочке? Хорошие огурчики. По 5 центов. А что такое кирк's пинкейкс? Бисквиты? Это панкейк, это типа эти блинчики. Ага, блинчики, так. Корн это кукуруза у нас, понимаю, да? Да. Cream of wheat, это что такое, заварной крем? Это cream of чего? Of wheat. Это к... это сделано с пшеницы. Заварной крем, значит. Да, а вот бисквиты у нас по 35 центов. Да. Ага. Эти бисквиты хорошие. Соль по 3 цента. Дешевка. Надо взять. Смотрите, кстати, а Campbell's уже тогда выпускался. Посмотрите-ка. Campbell's вот эти вот в консервах по 25 центов. Pork and beans. Всего 25 центов. Это Campbell's. То, что мы брали в магазине, кстати говоря. Jiffy бисквит. Слушайте, прям коммунизм просто по ценам. Даже туалетная бумага мыло? Была. В 1890 году была туалетная бумага. Только... А у нас в Советском Союзе потирались, извини меня, до 90-го года газетой. Сколько много консервов здесь внизу стоит? Это вообще что-то. Убирай, не хочу. Что хочешь, то и бери. Special Ivory Saw. Ivory. Что такое Ivory? Я забыла. Ну, короче, мыло и 13 центов за две штуки. Потом Blue Bar Soap, голубое. А там еще внизу что-то такое, смотрю, сало, fat food. Cat food. Кало. Cat food? Cat food. Это что, кошачья еда, да, что ли? Да, кошачья еда была в 1890 году. Да ты что? А у нас привозили во Львов в 1980 и сосиски кошачьи. Все покупали и ели, думали, что для людей. А так очень вкусно лежало. Ну вы бы купили здесь что-нибудь в магазинчике, я так считаю, да? Да? Такие цены. Кисочка свеженькая, чесночок, лучок, горошек зелененький, перчики, помидорчики, селери, солера. Они очень едят вот эти вот, в основном корни, это самое, в основном вот эти палочки едят. Слушай, ну выглядит, кстати, лучше, чем сегодня даже на рынке, я считаю. Морковка очень хорошая. Я бы здесь купил бы, да. Мне помидоры нравятся, кстати говоря. А посмотри, какой это горох-то. Горох-то вообще сегодня, смотри, мировой просто. Да, лучше, на рынке был. И на нас и хороший, кстати. Бенена. Ну что, пойдемте дальше? Да, пойдемте. Садимся на паровозик. Мы все, купили, мы поехали домой на паровозе. Мы поехали, наверное, в Чикаго еще смотаемся. Да. Может, там еще и корки на паровозе. И корки. Мы смотаемся в Чикаго, купили корки. Машину поймать. Ой, машина поедет.